Судоходные компании Алтайского края планируют вдвое увеличить объемы грузоперевозок и всего за ближайшие 2 года. 550 тысяч. Столько тонн грузов перевезли судоходные компании Алтайского края за этот год. Но уже к 2018-му планируют увеличить объем грузоперевозок до 1 миллиона тонн. Сегодня основную часть грузов в край транспортируют по автодорогам. Водным путем перевозят всего 5% от общего объема грузов. Тем не менее, интерес к речному сообщению растет. За последний год алтайские судоходные компании перевезли на 55 тонн грузов больше, чем в 2015-м.